Добрый день, уважаемые пациенты! Я доктор клиники Академии дентальной имплантации, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт детский, пролог Светлана Анатольевна. В нашей клинике вы можете получить полный объем стоматологической помощи, и сегодня я хотела бы остановиться на том, какую помощь оказывает терапевт. Терапевт занимается лечением зубов, кариеса, пульпита, периодонтита. В современном мире нам доступны стали такие методики малоинвазивного лечения зубов. То есть мы можем поставить пломбу, если это необходимо, из светоотверждающего композита, а также можем восстановить зуб керамической вкладкой. Если процент разрушения зуба составляет более 50%, то нам на помощь приходят ортопеды. Они покрывают такие зубы коронками, винирами и восстанавливают культевыми вкладками. Терапевт также занимается профилактическими методами. Мы запечатываем фиссуры со вскрытием, без вскрытия, покрываем зубы при чувствительности эмали различными препаратами. И подробнее хотела бы остановиться на восстановлении керамическими вкладками. Вкладки бывают различные, и с помощью вкладок мы можем восстановить, ну, иногда даже более 50% разрушенного зуба. Самое главное, чтобы там не было кариеса, и нам позволяли условия эту вкладку установить. После тщательной гигиены пациенты, особенно с пародонтитом, также хотят иметь красивую улыбку. Но ослабленный пародонт не позволяет изготовить на эти зубы керамические виниры. И тогда на помощь приходим мы, терапевты. Я делаю прекрасные виниры из композиционного материала. Такие виниры достаточно долговечные. Единственное условие, их нужно каждый год полировать. Пациенты довольны, так как мы так же, как и керамическими винирами, можем закрыть промежутки, восстановить форму и цвет зубов. В Академии дентальной имплантации есть стоматологи всех стоматологических специальностей, включая детских стоматологов. Поэтому вам не придется ходить по разным докторам, разным клиникам, чтобы привести вашу улыбку в порядок. Мы рады вас видеть в нашей клинике каждый день.